Привет, ребята, с вами Ваня Научи. Сегодня мы разбираем песню группы 21 Pilots Hiddens. Поехали! Для начала давайте выучим вступление, оно же припев, и вообще главная тема, которая используется во всей песне. Итак, эта часть состоит из трех аккордов. Аккорд C major 7, аккорд AM 7 и аккорд E. В аккорде C major 7 мы будем играть одновременно вторую, третью, четвертую, пятую струны. Затем будем играть первый лад на второй струне, вторую открытую струну и третью открытую струну. В аккорде AM7 изначально мы не прижимаем первый лад на второй струне, играем ее открытой. Одновременно играем вторую, третью, четвертую, пятую струны. Затем играем первый лад на второй струне, открытую вторую струну и открытую третью струну. И в аккорде Е мы играем одновременно шестую и четвертую струны. А затем трижды повторяем вот такую последовательность. Одновременно вторая и третья струна чередуются с четвертой струной. Далее мы играем эти же три аккорда, эту же мелодию. И вместо последней, четвертой струны, мы будем играть первую открытую струну. Эта нота переведет нас во вторую часть припева. Или вступления. Или мелодии. Вторая часть вступления начинается с аккорда C. Прижимаем его, играем первую открытую струну. Далее прижимаем третий лад на второй струне мизинцем. И играем одновременно вторую, третью, четвертую и пятую струны. И затем доигрываем первый лад на второй струне. Получилось три звука. Далее прижимаем аккорд AM7. Играем первую открытую струну. Дожимаем третий лад на второй струне мизинцем. И играем одновременно вторую, третью, четвертую и пятую струны. И доигрываем первый лад на второй струне. И в аккорде Е мы играем первую открытую струну, затем ее же с шестым басом. И далее трижды повторяем вот такую последовательность. Четвертая струна и одновременно вторая и третья струна. Давайте соберем весь этот аккорд вместе. Вторая часть вступления повторяется дважды. А теперь давайте медленно сыграем все вступление. Также в припеве вы можете использовать вот такой бой. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и оставлять в комментариях название песен, которые вы бы хотели увидеть в следующем видео. Увидимся на уроках в студии «Фасоль». Пока!